Если кто-то за вас молится, если кто-то молится за вас ежедневно, веками, поверьте мне, вам будет от этого хорошо. Серьезно. Представляете, в Израиле проживает там, допустим, там 120 миллионов человек, 80 миллионов, я не знаю, сколько их. И из этих людей где-то 40-50% каждый день утром и вечером молится за еврейский народ. Будет ли вести? Конечно, будет вести. Так все устроено. Почему евреев не любят? Потому что кто-то, потому что половину евреев постоянно молится за евреев. Точно так же в нашей школе. Почему наша школа, почему хорошо быть в нашей школе? Потому что час нашей школы каждый день молится за нашу школу. Каким образом? Своими словами, пий, рерой, рерой. Утром встает человек, пий, рерой, рерой, пий, рерой, рерой. Это то же самое, что джапа, где вы словами пий, рерой, рерой говорите, пусть каждому везет, пусть у каждого двери открывается.